Домовой храм, посвященный симбирской подвижнице, святой преподобномученице Екатерине Декалиной, расстрелянной в феврале 1938 года за веру во Христа, оборудован в игуменском корпусе возрождающейся обители Спасского женского монастыря. Все стены храма расписаны фресками, на которых можно рассмотреть христианские сюжеты. А образ святой можно увидеть в иконостасе храма среди других симбирских святых. Освящение храма совершил митрополит Анастасий. По окончании чина освящения владыка возглавил в новоосвященном храме служение божественной литургии. Также в храме молились игуменья Сергия Вотрина, насельницы Спасской обители и прихожане. После службы митрополит Анастасий произнес проповедь. Пусть Господь по молитвам преподобной мученицы Екатерины, которая твердо верила, что, как апостол Павел сегодня говорит в своем послании, она верила, что мы с вами являемся храмом Божиим, и Дух Божий живет в нас. Если кто растлит храм Божий, растлит того Господь. И растлившие те, кто покусились на жизнь преподобной мученицы Екатерины, их растлил Господь. Но память святых жива и до скончания века будет в памяти нашей церкви. Владыка пожелал, чтобы в домовом храме ежедневно возносилась молитва. Ирина Антонова, новости Ул-Правда ТВ.